Всем доброе утро. Вышел на утреннюю чашечку чая. Что-то фокуса нету. -24 что ли там. То ли здесь закрывать начинать уже бревнышками заколачивать. Или потом неудобно будет копать. Ладно, посмотрим еще. Блин, за ночь, наверное, замерзла еще больше. Ну, спина после вчерашнего раза, после вчерашней работы чуть-чуть побаливает так. Утром встал. С непривычки. Сейчас разомнем. Не стал тянуть резину. Сразу задело. Завтрак не стал. Неохота пока, потом пообедаю. Да, сегодня прохладнее. Вот, товарищ, столько продолбил уже, и думаю, наверное, хватит уже по длине. Глубину сейчас еще буду копать. Здесь, ну, сантиметров 50-60, такой люк будет открываться, чтобы небольшая хабазина, как это было. Вот этот люк открывается, там ступеньки, и проход туда уже будет на подъем. Вот так в планах. Не знаю, получится, нет. Ну, где-то сантиметров 90, наверное, метр. Вон там прокопа на самом глубоком месте. Еще сантиметров 80 хотя бы продолбить бы. И все, здесь зашьем. Засыпемся. С бани, наверное, не получится. Видите, кирка уже выгнулась насколько. Была-то в ту сторону загнута. Жесткая мерзлота вообще идет. Так что не знаю, с бани это вряд ли, наверное, получится. Хоть проход сделать, это ладно. Да, баньку очень хотелось бы. Может, поищу какую-нибудь яму, не яму. В ней это проще будет выкопать, чем здесь полную эту глубину. Посмотрим. Ладно, сперва сделаем проходик, потом видно будет. Да и сейчас нынешний инструмент говно такое сейчас делают. Вон что, видите? Хоть бы это додолбить.
Да. В землянке связи нету ни хера. Толком-то. Приходится на улице выходить. Что у нас там в мире творится, посмотреть. Обеденный перерывчик. Приятного аппетита. С утра вообще неохота было. Думал, нафиг я это затеял. К черту это все. Ну, сейчас встал, разработался. К вечеру. И нормально. Не жалею, что начал. Еще немного осталось. И готово будет. Солнце садится уже. Я тут съемку особо не веду, чтобы время ваше не тратить, мозги не компенсировать. Посмотрите потом, когда все уже выкопаю полностью. Уже здесь обшивать будем вместе. А что, копаю одно и то же, мне интересно смотреть.
иной раз. Ну, вот как сейчас сил уже нету. Встаешь. Раз перекусишь что-нибудь сладенького. Шоколадку, конфетку. И сразу сил немного появляется. Сладкая же она, ну, конфеты. Гормон счастья вырабатывает. Может. Утомляемость притупляется из этого. А еще самый классный энергетик — это черный чай с конфеткой. Вообще бомба. Смотрите, я что придумал. Что-то сразу не додумался. Ну хотя даже если бы с самого начала так решил, то не получилось бы копать в глубину, потому что все равно расширять пришлось бы. Итого придумал, знаете что? Сделать вход здесь. Вот здесь. Люк только будет. Небольшой. Ну, где-нибудь так вот, 60. Раз, открывается сюда. Ну, либо как-нибудь открывается. Отсюда лесенка будет. Лесенка будет идти. И сразу спускаешься, и сразу попадаешь как бы в землянку. Так, раз. Потом раз, вылез. Сразу же вылазить можно будет из землянки наверх. Никаких этих коридоров не надо. И плюсом, наоборот, еще маскировочнее будет даже. В середине почти что дырка. Вход. Прикольно, но... Умная мысля приходит опосля. А это пространство, которое выкопал тут. Вот это будет служить кладовкой, дровяником. Спина, честно говоря, отваливается уже. Мозоли на руках. Ничего, проковырял потихоньку. 2 дня даже не прошло. Так что ладно, будем здесь делать брус, зашиваться, здесь делать дверь. Все, спускаешься, сразу в земляночку попадаешь. Нормально. Плюсом окошечко открыл, ну, дверь. Свет попадает сразу в окошко. А то писали там, переживают, что если бы здесь вход был, то зря окошко делал. Темно будет все равно. А так и светло будет, и... Сразу в землянку заходишь, и копать не надо. Одни плюсы. Так что ладно. Вечереет уже. Будем заканчивать на сегодня.
Всем доброе утро. Уже начал работать, как вы заметили. Греется чаек. Вышел подышать. Там жарковато что-то даже. Маленько дверь даже открыл, чтобы проветрилось. Накочегарил с утра. Пилю сюда бревна. Будут сперва длинные стоять тут здесь. И уже наложу здесь коротеньких. Наверное, так. Может, на всю длину длинную сделать. Разницы особо нет. Здесь перекладину главное сделать. Уже, короче, начинаем делать люк. Буду называть это люк. Люк в берлогу. Так что. Погода сегодня нормальная. Потеплело. Снег выпал. Вон. Немножко на улице минус 10 было. Ладно, проходим землянку, пьем чай, идем дальше работать. Сегодня тепло. Фу, блин, тепло. Тихо так в лесу. Где-то вдалеке, там, самый последний завод, видимо, гудит где-то. А так, тишина. Тут еще два завода, вот, которые ближайшие. Одни обычно сильно гудят. Сегодня у них, видимо, выходной. Понедельник это. Перекур, видать. Такое блаженство, когда тишина сразу же. Класс. А когда во второй землянке, там вообще, наверное, тишина будет. Только звуки природы и птичек. А это уже пойдет на дрова. Thank you.
Ну как вам? Куча? Никаких сейчас ходов этих нету поднятых, палевных. Сделаю люк потом, позже. Ну сегодня, наверное, не успеваю, завтра может сделаю. Лесенку, люк. И все вообще четко. Люк открываешь. Вот так приподнял, отодвинул его. На навесах, наверное, не буду делать, чтобы не открывалось. За ручки взял, поднял. Вот так. Квадрат будет. И две ручки так раз. Отодвинул, поставил. Чтоб ничего не торчало. Давайте пройдем, посмотрим, как получилось. Вот так вот это выглядит с этой стороны. Еще снегом присыпет, чтобы, естественно, сравнялось. И нормально будет. Весной еще можно листочками укрыть будет. Еще веток их не накидать, деревьев. Вообще нормально. Мне нравится намного лучше, чем в тот раз. Та была, которая залазит только вот. Меньше уже удобно. Но зато маскировочно. Здесь вот такой люк. Лесенку так сделаем. Сразу землянку, наверное, сделал. Ну, посмотрю, как удобнее будет. Либо чтобы слазить, либо чтобы сразу в землянку шла. Вот так вот. А там у нас вон какая кладовка. Вообще как крутяк. И можно подземный туннель туда копать и копать. Ну, баню. Я хотел же. Ну, не знаю, посмотрим. Вот так вот получилось. Ни трубы не видать, ни дверей. Вообще все четко. Не то, что раньше. Дверь такая торчала вверх. Здоровенная. Труба такая здоровенная торчала, асбестовая. Вообще одно палево было. Мне нравится. Пишите, как вам. А еще покушать надо будет, сварить дров, наготовить на ночь. Время часов 5, наверное, 5. Вот, пойду в землянку. Показываю, как сейчас все выглядит, выходя из землянки. Видите, довольно-таки светло. Свет-то сюда как раз. Нормально, вообще удобно. Можно дровяник сделать, можно склад. Так и надо, чтобы лесенка как-то отодвигалась и убиралась, чтобы туда проходить можно было.
Доброе утро. Вот такое вот началось утро. Сходил, дровишек напилил. Ну, это старое. И, ну, это из чего-то я что-то делал из этих бревен. В них гвозди остались. Вот, их напилил. А сейчас спрыгивал, блин, и прям на гвоздь. Забыл, что в них гвозди. Блин, а. И аптечки нету. Вон, от подушки оторвал поролон. Как я так-то умудрился, вот надо было попасть. Ну, ладно, надо будет в город пойду, так аптечку притащить. Такое необходимое самое. Вот так вот. Такой вот гвоздичек не маленький, но я успел ногу отдернуть, может сантиметра два там воткнулось. Так, блин, в термосе завариваю чаек, чтоб по 10 раз не греть. Сразу термос с утра нагрел. И на целый день хватает. И только на баристый получается. Лесенку хотел делать с крышкой. Я смотрю, гвоздей маловато, не знаю, на лесенку может хватит. Не знаю, сейчас нога как будет, расхожусь, не расхожусь, пока побаливает. Сперва воткнулась, когда вообще наступать даже больно было. Думаю. Я один раз проткнул ногу. И вообще, то ли в мышцу, то ли куда-то в нерв попал. Вообще, ступить не мог, наверное. Полдня она у меня болела сильно. Это давненько было. И потом обезболивающее, когда съел, только, ну, уже начал как бы отпускать. Думаю, сейчас вот тоже такая боль была. Думаю, сейчас как заболит тоже, и не обезболивающее, ничего нету. И дойти до города не смогу. Да. Я посмотрю, если не будет сильно болеть, то можно будет поделать. Также сейчас покажу, что там повырезал уже, нарды немного сделал. Вот так вот начал резать. Здесь решил сделать такое. В стиле фэнтези. Такой необычный узор. Сейчас на солнышко покажу цвет. Такая вот объемная фантастическая резьба. Ну, интересно так-то, в принципе. Неповторимые вот такие рисунки. Мало кто вырезает. Так что здесь будут горы посерединке. Здесь будут отдельно, ну, как эти, окантовочные такие борта. Знаете, здесь кубики, наверное, сделаю по бокам. Вот тут проходит линия. Здесь другой будет рисунок. Но этот фон опущу еще. Ну, и думаю, еще отгорожу немножко. Еще ниже опущу. Это толщина у нас позволяет резать глубокие, глубоко вот, плюс эти ну, толстых щитов. В этом и плюс, что можно делать несколько уровней. Так более красивее смотрится, чем тонюсенький, который там, ну, по плоскости порезал. И все, больше ничего не сделаешь. А здесь можно углубляться.
делать уровни с ними намного эффектнее смотрится. Так что будем показывать по мере нарезания. Пишите, как вам такие узорчики. Сейчас почищу картошки, поставлю вариться на обед. Будет у нас сегодня классный такой обед. Деликатесный. Слюнки потом не пускайте, только не завидуйте. Все увидите своими глазами. Всем рекомендую. Сейчас поставлю картошку и будем делать лесенку. Вроде ничего. Поди вся не вытекет кровь. Потихоньку походим. Очистки козликом. Козликом на приманку будем ложить. На обед хватит. На ужин что-нибудь другое приготовлю уже потом. Хлеб. Вот это секретный ингредиент сегодняшнего обеда нашего шикарного. Там увидите. Ладно, пойдемте лесенку делать. Что сидит? Сделал лесенку. Потом раз гвоздей не хватает, в город когда пойду в следующий раз, возьму еще гвоздей и сделаю уже крышку. А сейчас лесенку главное сделать, чтобы не прыгать постоянно, это не очень удобно. И потом уже, наверное, буду сидеть вырезать спокойненько.
Чтобы потом не писали, видите, сухая, гнилая, она просто висела на березе, береза не дала упасть, то скажут, что пилю деревья живые. Сейчас ту площадку не буду там топтаться, надо ее вообще засыпать, чтобы не было там следов моих особо. Пройду один след там, заниматься буду уже вот здесь где-нибудь подальше, площадку вытоптаю, здесь и костерок будем жечь, чтобы подальше от землянки, там, чтобы следов вообще почти что не было. В один след буду ходить там, чтобы не видно было. Вот 5 штучек на 5 ступенек у меня там гвоздей есть. Отпилил столько. Чем думаю, там 5 ступенек тут хватит. В принципе-то должно. Если что, потом доколочу еще. Так вот получилось, вполне меня устраивает, удобно, ну конечно не так удобно, как было раньше, что сразу выходишь на улицу, конечно подъем этот не очень, менее удобно, так сказать, но что поделаешь, все ради того, чтобы маскировка была хорошей.
Ничего страшного, нормально. Не так уж часто я туда-сюда бегаю. Давайте вылезу. А, ну вот здесь сейчас покажу. Здесь вот потом приколочу. И все нормально будет. Опа. Так вот вылазим. Вылазить вполне удобно. Опа, только нога болит. Так вот сверху. Вот минус единственный мне, что не нравится. Все по пленке будет здесь бежать. И ну, тут каша будет это, весной, вот, или когда дождик. Это мне не нравится, она будет какую-то козырь, это желоб что-нибудь сделать здесь. Чтобы сырости здесь не было особой. Так все устраивает. Крышку сделаю, потом гвозди будут. Доски. Бревна есть уже на крышку. Так вот, такая потайная земляночка. Раз, так вот спустился. С дровами вот неудобно. Ну что, я их вот так скинул просто вниз здесь, а? Потом спустился. И уже отсюда взял. Нормально. Такие дела. Угу. Картошечка подошла. Сейчас будем обедать. Лучок нарезаем мелко, тоненько. Сейчас его надо посолить. Чтобы он загасился немного. И помять его, дал сок. Все, и так оставляем. Достаем секретный ингредиент. Самое главное. Наверное, уж все догадались. Опа. Сальцо копченое. Нарезаем тоже тоненькими пласточками. Вкуснятина. Где у нас за картошечка осталась?
Всем приятного аппетита. Наверное, разыгрался аппетит много у кого. Сейчас покушаю, да, отдыхать, наверное, буду ложиться, полежу, отдохну, нога ноет, ходил, расходил ее, сейчас заныло, надо, пусть отдохнет, полежит, заживет маленько, вечером уже нардишки повырезаю, потом все вам покажу, снимать уж ничего не буду. И так еле-еле маленько сегодня поснимал. Бегать туда-сюда с камерой, с телефоном. Так уж. Извините уж, так получилось. Так что ладно. Еще встретимся. Всем пока-пока. Шкурка. Ну, такая. Я шкурку не очень люблю. Оставляю птичкам, положу в кормушку. Они же любят сало вроде. Выхожу в город. Полежал час, наверное, где-то полчаса. И уже чувствую, что я нога совсем начинает болеть. Сейчас на нее еле уже наступаю. 2 км прошел по лесу. Вот, наверное, целый час шел. Постою маленько, отдохну, иду. Вообще нога еле-еле наступаю на нее. Капец, блин. Сейчас еще по реке. 1,5 км, наверное. Потом еще 1 км. Не знаю, дойду, наверное, потихоньку. Да, капец. С черепашечей скоростью иду. Болит не то место, где гвоздь воткнулся, а где-то сверху почему-то. В мышцу, видимо, какую-то попал. Капец.